Здрасте. Добрый день. Вы объявление читали? Ну, конечно, читала. Требуется управляющая хозяйством. Взрослая, ответственная женщина в районе 40. Я на собеседование по записи. Ходите лет через 15. Лицо знакомое. Не думаю. Мне куда? Туда. 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 У вас очень оригинальный стиль мытья. Вы лучше идите и займитесь своими делами. Не спится. Я пришел с миром. Подоконник мокрый. Рискуйте подскользнуться и упасть. Ну и что вы там делаете? Изучаю количество коагулянта. Для чего? Не сильно помешал? Сейчас очень кстати. Спокойной ночи. Это порча имущества. Умоляю. Актриса, вы так себе. Плохие актрисы тоже люди. Пялитесь? А вы, может быть, не пялились? Нет, почему? Я пялился. Спасибо. Обращайтесь. Пока я не узко. Какого черта вы здесь делаете? Живу здесь. Какого черта здесь делаю я? У меня там в комнате цветы. Ну это нормально. Вы же женщина. Ты прям сосветишься. Привет, Мишенька, как дела? Спасибо. Интересно. Спасибо. Если он с самого начала знал, что Марго это не Марго, то почему он ее сразу не знал? Он в нее влюблен. То, чего я не знаю. Представляешь? Как ты меня нашел? Это Михаил. Миша, хороший человек. Ты что, правда такой идеальный? Нет. Я просто хороший человек. А теперь прошу ответить вас, Маргарита. Согласны ли вы взять друзья, а не друзья? Вы с ним. Горе и в радость. Да, или нет? Да или нет? Да. Нет. Прости, но я не умею думать головой.